Доброе утро! Спортивный клуб «Новоформа» приветствует вас на Первом городском канале. Сегодня у нас с вами тренировка по стретчингу, которая поможет улучшить кровоток и эластичность сухожилий и связок. Начнем. Мы делаем глубокий вдох, глубокий выдох. Еще раз делаем вдох и делаем выдох. Круговые движения плечами назад, назад, назад. И добавляем локти вверх, 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 вверх. Раскрываем ладони вверх, вниз. Раскрываем грудную клетку и округляем спину перед собой. Угу. Выдох. Делаем вдох. Глубокое скручивание в плечевых суставах. Вдох, выдох, вдох, выдох. 4, 3, 2, 1. Хорошо, отдыхаем. Следующее упражнение. Поставили ноги вместе. Круг коленями. Раз. Выдох, 2. Выдох, 3. 4 в другую сторону. 4, 3, 2. Угу. Правую ногу в сторону. Разведение ног. Раз, 2, 3, 4 и к себе. 4, 3, 2, 1. Закончили. Встаем вверх. Представляем ногу. Правую руку уводим вверх. Потянулись за рукой. И с выдохом опускаем вниз. Делаем вдох и выдох. И работаем двумя руками. Вдох и выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох. Задержались на правой стороне. Выдох. Держим. 4, 3, 2. И поменяли руки. 4, 3, 2. Отдыхаем. Следующее упражнение. Руки в замок за спину. Ноги на ширине бедра. Мы делаем наклоны вперед с мягкими коленями и поднимаемся вверх. Мы делаем вдох. Мы делаем выдох. Мы делаем вдох. Делаем выдох. И еще 2. Последний раз остаемся внизу. Выпрямляем по очереди то правое, то левое колено. Выдох. 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 Еще 4. Еще 3. Еще 2. Последний раз. Руками уходим на колени. Макушкой вытягиваемся вверх. Выпрямляем 2 колена вместе. И раз. Выдох. 2. Выдох. 3. Выдох. 4. И еще 4. И еще 3. Держим спину ровной. Еще 2. И пробуем уходить вниз. Чуть ниже опускаемся. На максимально ровных коленях. Зафиксировали это положение. Опускаемся на ладони вниз и пружинистые, можете чуть шире ноги поставить в стороны. Пружинистые упражнения вниз, 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 вниз. Еще 4, 3, 2, 1. Переходим к правой ноге. Делаем 3 пульса вниз. 3, 2, 1. В середину и к левой ноге. 3, 2, 1. И еще раз справа. 3, 2, 1. И еще раз левая. 3, 2, 1. Из этого положения мы садимся вниз, разворачивая стопы в стороны. Поднимаемся вверх, выпрямляем колени, стопы собираем параллельно друг другу. Работаем динамики. Вниз, вверх. Максимально ровная спина. И вверх, и вниз, и вверх, вниз, вверх. Еще 4, еще 3, еще 2. Округляем спину вверх и прогибаемся вниз. Еще вверх, и еще вниз. Итак, еще 2 сделаем. Вниз.
Последний раз. И вниз. Хорошо, встаем на носки. Выпрямляем колени, пятки в пол. Поза собаки. Лопатки максимально свести вниз к позвоночнику. Расслабили спину, голова, продолжение спины. Пятки максимально в пол. 4, 3, 2, 1. Правую ногу из этого положения вытягиваем перед собой. Садимся на бедро. Ладонями упираемся в коврик. Мы делаем такие отжимания вниз и вверх. Вниз, вверх. И еще два. Последний раз. Остаемся внизу. Уходим на локти. 4, 3, 2. Стоим на ладони, поднимаемся вверх. Сгибаем левую ногу. Держим за пальцы, подтянули к себе. 4, 3, 2, отдыхаем. Смена ног. Ушли назад, поза собаки, максимально пятки в пол. И вытягиваем левую ногу перед собой. Пружины вниз, 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 вниз. И еще 4. 3, 2, уходим на локти, опускаемся вниз, фиксируем положение, 4, 3, 2, поднимаемся на ладони, макушкой в потолок, сгибаем правую ногу, берем за пальцы, подтянули ногу к себе, 4, 3, 2, отдыхаем. Уводим левую ногу назад. Поза собаки. Пятками в пол. Лопатки привести к позвоночнику. Хорошо. Ладонями подходим к стопам. Обняли себя за ноги. Сложились двое. 4. 3. 2. Хорошо. С мягкими коленями выходим с круглой спиной. Позвонок за позвонком вытягиваемся вверх. Голова, плечи расслаблены. Хорошо. Мы делаем глубокий вдох. Глубокий выдох. Еще раз вдох. Еще раз выдох. На этом наша тренировка окончена. До встречи на Первом городском канале.